рисуем, это головы единорожки. Так вот. Такая у нас голова получилась. Далее здесь такую линию сделаем. И вот здесь вот проводим. Далее рисуем туловище. Теперь рисуем лапы единорогу. У него 4 лапы. Первая здесь вот. Вторую рисуем вот здесь. Здесь четвертую рисуем. Ой, третью, а четвертую здесь вот. Такие вот 4 лапки у него получились. Далее рисуем уши единорогу вот здесь вот. Одно ухо. И вот здесь второе. И затем рисуем руку вот здесь, такой единорогу. Такой вот у нас рук получился. Далее рисуем хвостик. Такой хвостик у нас получается, и рисуем брови. Здесь одна, здесь вторая, и вот здесь глазки рисуем. И второй. Такие глазки получились. Здесь вот эту линию стереть можно. Здесь вот ротик рисуем. Далее прорисовываем ухо. Здесь рисуем такие вот штучки. Как волн. И с другого также ухо. Линии стираем ненужные, все, которые здесь тоже стираем. Так, и рисуем. Так, здесь линии стираем. Теперь рисуем вот такие урожки линии. И рисуем гриву.
Так вот она идет отсюда и к уху. Такими вот гребешками. Как гребешки она идет. И так делаем черточки здесь такие. И вот здесь она продолжается. Выходит такой хвостик. Такой хвостик получается. Также здесь нарисуем такие вот линии. И на хвостике. На хвосте тоже вот такие линии. Вот я взяла единорожку. Он у меня получился более яркий. Сейчас я его буду раскрашивать. Сначала мы ему сделаем рог. Разноцветный такой, вот яркий. Всех цветов. Сначала красный. Потом фиолетовый. Розовый. Желтый. И оранжевый. Также сделаем ему уши голубые, голубого цвета. Второе такое же ухо. Гриву мы ему сделаем фиолетовую. Тоже разноцветную. Розовый. Желтый. Красный. Зеленый. Оранжевый. Такой оранжевый у нас. Голубой. И зеленый. Да, у нас разноцветная грива получилась. Теперь хвостик мы ему сделаем тоже поярче. Красный, зеленый, голубой. Оранжевый и желтый. Такой у нас получился. Сам хвост тоже сделан поярче. Оранжевый, голубой. Фиолетовый. Красный. И зеленый. Так, еще ротик ему сделаем красного цвета.
Такой вот ротик у него получился. И глазки мы ему сделаем голубоватые. Здесь чуть-чуть голубого покрасим. Может, видно чуть-чуть, что они не совсем зеленые. Ой, не совсем темные. Такой, ребята, единорожка у нас получился. Если вам понравилось видео, как я нарисовала, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и напишите комментарий. Спасибо всем за просмотры. Такой вот единорог. Разноцветный получился у меня. Напишите, какой у вас получился единорог в комментариях.